raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Ну, во-первых, надо сказать, конечно, что замечательно, что такой фестиваль есть, что большой энтузиазм, который действительно охватывает нашу молодежь при этом, он только может радовать. Например, я был очень удивлен, когда 74-й школы увидел совершенно заполненный актовый зал. Ну и вчера достойно он открылся, даже без всяких скидок на, ну, скажем так, самодеятельное искусство. Во всяком случае, то, что я видел, вчерашний спектакль, был приличным, интересным вообще. На фестивале я на этом первый раз, и причем как зритель тоже первый раз. То есть у меня не было возможности там быть на двух предыдущих фестивалях. Ну, сама идея того, что у нас кто-то решился проводить фестиваль любительских независимых театров, ну, мне кажется, тут лучше что-то сложно придумать. Я был удивлен достаточно такому грамотному подходу организаторов, вот, собственно, к организации. То есть нужна репетиция, есть репетиция. Там, нужен там звук, свет, будет звук, свет. То есть у нас очень много фестивалей умирает там второй, третий, четвертый раз. Вот, то есть там, пережить, допустим, пятый, там еще два года, это будет великолепно. Пока почин классный, много театров у нас оказалось, зрителей много. Я за сценой, я с самого начала сижу прямо за кулисами, я слышу там прям волна такая какого-то шума от голосов. Я очень рад, потому что не важно, что спектакль бесплатный. Не важно, что никто ничего не получает денег. Самое главное, что артист работает для вот тех глаз, которые сидят там в темном зале. Вот это самое важное. И пусть он не коммерческий, пусть никто никаких денег за это не получит, но самое важное – получить вот какой-то контакт, какую-то обратную реакцию. Извините, меня прет. Drops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Очень порадовала первая кукольная постановка. Очень добрая, побуждает на добрые дела всех взрослых людей, я считаю. У меня сложилось такое ощущение, вот как будто бы я побывала, знаете, в комнате дома, когда родители поставили стол, достали игрушки. Вот очень искренне было. Спасибо большое театру. Обычно, кстати, театр, вот есть отдельно художник, да, отдельно режиссер, отдельно актер. А вот я все это соединяю, и мне это очень нравится. Это богатство творческого самовыражения. Когда можно куклу сделать, и куклу оживить, и задумку саму, в которой кукла будет жить, тоже по своему желанию никто-то мне не навяжет. А и сама ее, вот то, что меня волнует, то и сделаю. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Читка понравилась, и хотелось бы, чтобы, конечно, Пришко у нас поставили когда-то где-то, уже на серьезной сцене. Это был действительно такой эксперимент, такой совсем неожиданный, совсем нестандартный, но очень интересный. In white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things.
dance, when the feasting's, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things.